На велосипед в хорошем настроении. В парке Наташинские пруды собрались любители двухколесных коней. Велозаезд прошел по инициативе партии «Единая Россия» при участии местных депутатов, активистов «Молодой гвардии» и жителей округа. День флага России. Праздник, который объединяет жителей всей страны. На Наташинских прудах организовали множество интересных мероприятий. Одно из них – велозаезд. Но есть праздники, которые являются символом сплоченности народа. Вот к ним относится и сегодняшний день, сегодняшний праздник, день российского флага. Конечно, я желаю России и россиянам только процветания, только вперед, не останавливаясь. Нас не сломят никакие трудности, это уже проверено историей, веками. Поэтому только вперед. Среди участников велозаезда как взрослые, так и молодые жители. Это люди, которые ведут здоровый образ жизни. Гонки за первое место и призы нет. Главное – отметить праздник и почувствовать единство. Сегодня в этом забеге все победители, потому что все вы вышли на это, скажем, велогонку. Вместе мы должны беречь нашу великую страну, родина Россия, потому что это у нас большой, единый, общий дом, где мы получаем удовольствие и большое счастье жить. Велозаезд в рамках Дня российского флага проводится во всей Московской области. Двухколесный транспорт выбрали, потому что он самый доступный и удобный. Это очень сейчас популярно, и мы вот делаем такую популяризацию здорового образа жизни. Финальной точкой для велосипедистов стала площадка у сцены, где проходило музыкальное шоу. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.